Самые опасные в России трюки со львами. Своя цирковая версия о существовании инопланетян. В Кировском цирке состоялась премьера нового шоу «Мистер Р». На манеже яркие костюмы, авторская музыка, написанная специально для этого представления, и атмосфера большого космического корабля. Программу привезли молодые артисты Росгосцирка. Киров всего четвертый город страны, в котором они выступают. Все подробности в материале. Музыка, которая впору звучать в фильме про космические войны, костюмы артистов, как будто одежда для жителей совсем других цивилизаций. Загадочное шоу «Мистер Р» – это не только про цирк, больше про жизнь, но только в другом измерении, про любовь и добро, у которых и вовсе нет никаких межпланетных преград. Потому что я на самом деле верю в инопланетян, в другие цивилизации, потому что даже видела два раза летающую тарелку, как ее можно назвать, один раз над Черным морем в 12 часов ночи, один раз над Ярославским шоссе. Кто из артистов тот самый мистер Р, каждый зритель решает сам. Может быть, ловкий жонглер, может, один из акробатов. Возможно, и артист из собачьей труппы. Границы фантазии, как в космосе, в этом шоу абсолютно размыты. Эта программа совсем молодая, ее выпустили осенью прошлого года. Киров всего четвертый город, в который приезжают артисты. В общем, ребята все молодые, очень хотят работать. Каждый раз в каждом городе придумываем что-то новое, что-то такое, пробуем на зрителя какие-то неожиданные повороты. Неожиданных поворотов в шоу так много, что порой не разобрать, где опасный момент, придуманный по сценарию, а где из разряда что-то пошло не так. Алексей Макаренко и Ольга Борисова называют себя не дрессировщиками, а зоопсихологами. Они настолько хорошо знают своих подопечных, что без страха могут засунуть в пасть свою голову или руку. Говорят, что последнее гораздо опаснее. То есть, когда большое количество представлений на вот трюк «рука в пасть», где-то через неделю-две рука становится вот так до сих коричневая, темная. Это просто сплошной большой синяк. Я бы сказал, даже черная. Потому что, да, им периодически хочется посильнее задавить. Аттракцион Алексея и Ольги трижды занесен в Книгу рекордов России. Они говорят, что львы – идеальное животное, если с ним не работать. Но все равно продолжают ловить ахи зрителей под этот трюк, летать со львами под куполом цирка и валяться с ними на полу, как с домашними кошками. Хотя знают, что через секунду все может измениться. Тут, знаете, есть выражение «упало, забрало». Или с крышу сорвало и так далее. У них это видно. У них в глазах прям ты стоишь, и главное принять правильное решение. А толку-то от того, что ты вперед это отойдешь или назад отойдешь. Там все зависит от ситуации. Прям видно, как пелена вот так вот поднимается, закипает, как в мультфильмах, знаете. В общем, «Мистер Р» – шоу, полное не только космических, но и вполне земных сюрпризов. Посмотреть приглашают всех. Межгалактический корабль будет гостить в Кирове до 15 апреля. Ксения Зиновьева, Александр Рожков. Информационный канал «Город».